Hello guys, с вами Шимик, и мы продолжаем проходить игру под названием Duke Nukem 3D Landau. Ну что, начнем? В прошлой серии мы остановились на том, что мы были на каком-то порту космическом. Мы проходим сейчас вот лунный апокалипсис эпизод. И у нас сейчас уровень фактор деформации. Ну, зашибись. Самая хорошая игруля, которая выжимает мне 60 FPS. А, я типа понял, да? Будем без этих. Да, почему бы и нет. Так, настройки игры. Классический минимальный. Нужно минимальный игры, постоянный бег. Показы характеристик уровня. Комментарии разработчиков. Да, все. А. Класс. Сейчас бы без патронов играть. Так, ладно, возьму. Или потом затяг частичку. Ладно. Так, ладно, пулеметик возьми. Где он там? Так. 10 хп? Мне нужно точно водоемчик. Елочка. О, неужели? Патроны для дробашка. И я, походу, использовал. Да, я использовал. Мне бы свет включить. Прикольно, прикольно. Зря аптечку потратил. Я I stupid, yes. I very stupid. Сейчас бы использовать елочкой, да? Так, лазерная растяжка. Да, зря аптечку потратил. Я просто привык, что на Е это активировать, поэтому... Окей. Come get some. Здоровичок, ну ты понял, да? Так. Оп. Стоять. Откуда я пришел? Ага. Все, вопросов нет. Так, я здесь броник подобрал. Так, и здесь. Ага. Все, тогда возвращайся обратно. Я спрячусь здесь.
ничего нету, ладно. Ой, уезжайте. Что же это? Может, R? Так, и в ушки. И при меня в ушки. Ты что, тут автоматически появляешься где-то, не понимаю. Так, а где дверь? А, вот, чё. Так, лифт. Давайте, ладно, сюда тогда посмотрю, что здесь. Так, патроночи. Пулеметик. Пистолет, все. Я снова в деле. До свидания. До свидания. Так, короче, это отхил, хорошо. Плохое предчувствие, берем базуку. Оставить. Да, берем базуку. Да иди ты в пукан. Жердяйчик. Где твой друг? Опа. Hello, my friends. Так. Патрончики. Who wants some? 18 патронов. Так, может, тут еще есть? Нету. Трещины тоже нужно искать, потому что это же как бы... Патроны. Дробаш, патроны. А, я понял. 28. Ладно, пока что так побуду. Так, походу на лифт придется идти. Плохое предчувствие. Так, справились. Так, два прохода. Туда пойду. А в чём у меня прицел ушёл? Ну ладно, не суть. Послышалось. Так, космическая Одиссея. Чисто. Готов к полету. Чисто. Чисто. Чисто, 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 чисто. Все да чисто. Враг где-то вот там он, как я понял. Космическая Одиссея. Спрятался он.
Там летающие эти механизмы херовы. Пошел в сраку. Тихо. Все ли еще? Возьму тропаш на всякий случай. Хер его знает. Так, а что-то эта дверька не открывается. Привет, приятель. Полетели отсюда. Раза. Так, он где? Ух. Ну, ладно. Он от меня есть хилыч. Где-то здесь дабл. Вот да, хилычи. Так, сохранить. Нужно будет автосохранение посмотреть. Опа. Картридж. Мне нужен картридж. Картридж. Красная. Нажать, короче, посередине. Все. Я понял. Хорошо, что я туда не попал. Тупой робот. Хочу я туда идти. Так, у меня есть пулеметыч. Ладно, пока с пистолетом попрошу. Так, у нас розовая карточка, я могу вернуться обратно. У нас еще здесь есть проход. Так, я что-то сделал не то, походу. А. Оп. А, туда никогда не попасть, ладно.
Ах. Ладно, плевать. Вспомнил, что здесь. Здесь, да, сейчас будет вход. Так, нет, давайте лучше по... с дробашом более спокойный. Мысли. Я вас понял. Загрузить игру. Хорошо, что я сохранился. Прикольно. Так. Зашибись, да. Чего? Болит от такого напряга. Стоять, где мои 200 хп? Или они здесь? Опа, как все сделано. Гамнюк. А, точно, у меня ж там хилыча нету. Да-да. Да-да, я... Thank you.
бежать плюс лежать. Фу, сохранить, сохраните. F5, F9 нужно проверить. Будет. Да. Почему бы и нет? Да, конечно, я туда побежал. Пулемет еще используем в дальнейшем. На хилочах. Так. Подрубим освещение. Стероидычи. Я не помню, как переключаться между стероидами. О, у меня еще джекпак есть, ничего себе. Так. Ух! Бьём. Понял, принял. Проверяется. Так, я где-то хилки помню. Да, вот-вот, хил еще. Так, FPS падает, FPS минус, FPS в жопу. Груби. Эй, я не понял одного. А куда мне идти? Ну, мне ни карту, ничего не дали. То есть... Ладно. Ага, вот, все. Все. Все сделано. А ну-ка, сейчас попробую. F5. F9. F5, F6.
короче. Не знаю я. Ладно. Потом разберусь. Не во время игры. А, я понял. Зачем мне дают бусты? Ой! Пусть это был мой юг. Ладно. Я зато живу. Ваше время сколько? Термоядерная станция. Похоже на корабль чужих. Параметры. Так, минимальный индик. Так, ставить. Чё? Возьму лучше пистолет. Так, мы в каком? В космосе? Да, все еще в космосе. Звуки, конечно, устрашающие двери. Девчонка, с тобой дробаш. Так. Короче, лучше на хил еще переключусь. В сраку. О. Вот сразу он взял, поднялся. Короче, сейчас хилюсь, у меня есть такой план. Я здесь уже проходил. И здесь просто изи. Мне главное до туда дойти и посмотреть, сколько у меня заряда на джекпаке. Опа, все. Это можно считать самым коротким уровнем. Осталось. Нет, короче. Так, тихо. Сначала отхилюсь. Возьму джекпак. Сейчас будем делать все очень-очень быстро. Главное не забыть, где выход. Так, ладно. Сохраниться. Нашел с Богом. Просто летим, не обращаем на них внимания. Вот, вот сюда, в эту точку. Все, изи, изи, пробегаем, пробегаем, пробегаем. Или не сюда? Ладно, я понял. Не сюда.
Попытка номер два. Это скорее будет удачное. Лететь! Куда я попал? Да, это была удачная попытка. Так. Значит, вот что мы делаем. Базуку. Я вас понял. Принял. Зато теперь я понял, где выход. Так. Кич. Верните FPS. Значит, беру сначала плюшки. Живу. Еще нога активир. Что такое? Да. 6 минут.
говоря, кэшн. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и пока.